смотришь на меня? Иди записывай прохождение Resident Evil 5! Какие прохождения? Их все равно никто не смотрит. Не буду ничего записывать. Быстро! Иначе я Аня скажу, что ты изменяешь. Но я и не изменяю. А кому она поверит? Блять, ну ладно, иду я записывать. Только ради того, чтобы ты не говорила это все. Шантажистка ты моя, киса, блин. Что совесть, что ты. Одинаковые вы все. Ладно, все, иду записывать. Ну что же, приветствую всех, с вами Кирилл Жевский, и мы продолжаем прохождение Resident Evil 5, специально для Пашенди и для Димыча. Хотя, конечно же, сейчас они, если даже смотрят вдвоем это прохождение, то наверняка разговаривают и ничего не понимают о том, что я сейчас говорю. Скорее всего, это именно так, поэтому у меня для вас есть две новости. Вы мои пацанючки, одна хорошая... В общем, две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну, нет, две новости. Первая новость это то, что это последняя серия прохождения Resident Evil 5. Это уже второй сезон заканчиваем мы. Да, это последняя серия второго сезона. Да. А вторая новость вы сами решите, плохая она или хорошая. Это последняя серия вообще Resident Evil 5. Хоть эта игра и не заканчивается, но это... Последняя серия вообще в Resident Evil 5. Потому что вы не смотрите, вы ничего не слышите. Тогда вы смотрели, я очень на вас рассердился, потому что вы ничего, как говорится, не проглядываете, не оцениваете само прохождение, на озвучку внимания не обращайте, потому что постоянно разговариваете друг с другом. Поэтому даже если я и буду когда-то вам показывать это прохождение, то ни в коем случае... Не вдвоем вам вместе, только по отдельности. Потому что вдвоем вы смотреть не умеете. Да, да, Дима сейчас можешь меня ударить за это. И ты, Пашенди, можешь сейчас меня в будущем ударить. То есть меня в прошлом, или я уже сейчас в прошлом. Но от этого ничего не поменяется. Так, у нас роль. Смотрим. Я все сказал. Я сказал. Мне похуй, я поставлю на Россию. Ссылка удалена. Распишись, пожалуйста. Да похуй! Блядушки, оладушки! Да у тебя бомбит! Было, конечно, сложно, но я подрочил. А это хульдра, хульдра, хуюльдра! Твою мать! Ну, насколько я помню, тут... Быстро по мишеням надо стрелять и... Так вот, насовет Риджи, то есть Джош. И короче... Блядь, это мазь. И короче, ну вы меня поняли. То есть это последняя серия, я не знаю, может быть и не последняя. Все зависит от вас. Я думаю, последний, сука, шанс. Как вы будете вдвоем смотреть? Если вы будете... Как вы будете вдвоем смотреть? Если вы будете разговаривать, блядь, чуть отвлекаться на Васька. Если он придет там случайно и будет тут Димыч Андреевичем разговаривать на какой-нибудь херне. Я их знаю. То все. Сейчас Пашенька скажет, ура, все, больше не буду записывать, доставать на свои прохождения. Ну да ладно. В общем, посмотрим на вас. Даем последний шанс. Ну ладно, все, мы отвлекаемся уже от всех этих ссор и продолжаем к самой игре. Это седьмая серия, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, седьмая серия или шестая. Седьмая, по-моему, серия второго сезона, и мы продолжаем. На нас нападают куча зомби, и Джош... По рации нам сообщил, что он нашел лодку, на которой можно отплыть от этого места. И мы быстрее идем к нему за время, потому что у нас осталось очень мало, сука, этого времени. Так. Ай! Ай! Иди, иди отсюда. Иди. Так, у нас есть карта, по которой нам проложен маршрут к Джошу. Мы должны срочно к нему попасть. Мы убиваем только по необходимости, если это... Блядь, это... Охренел, тварина. Твою налево. Я вижу, что он на исходе. Иди ж ты в жопу там. У меня аптечек, блядь, нет. Помогите! Трава! Нет! Места нет! Места нет! Бери ее! Бери!
Я иду, я. Идем, быстрее, быстрее. Нам потом какую-то фанерку, по-моему, поставят. Осталось только! Ну ты ботаник даешь. Такие вот дела. Да, прошли мы главу, но так как мы прошли в начале моего прохождения, поэтому мы продолжаем играть дальше. У нас еще следующая глава. Так как это прохождение будет последним, то давай что-нибудь купим. Так как это прохождение может быть последним, поэтому я что-нибудь куплю. То есть продам у тебя сокровища, мы их продаем. Бляха, продавайся тут. Так, вроде бы все. Аптечку я не покупаю, как всегда. Так, я что-нибудь давай им, чуть мы ей сейчас отдадим, наверное. Дать, да. Чтобы у нее хоть что-то, блядь, было. Не все же. Ладно, сейчас сделаем вот так. Все. Все. Продвигаемся дальше. И это уже последняя глава. Ну, второго моего сезона. Смотрим ролик. Вот это, блин, хорошо, мне запомнилось. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Ты должен попасть в цель. В некоторых случаях и кирпичи, кстати, пробивают. Окей, без проблем. Травма, травма! Пуля, ты меня заебала уже, серьезно. Какая нахуй разница, кто она? Хульда или хульдра, срать на нее вообще. О боже! И начинается подводный этап. То не подводный, наводный, но все равно. Отлично. Перезарядка. Сволочь, он мне сколько ТП-то отбавил. Еще и спереди что нападает. Все, все взрывается нахер, мы плывем дальше. Отлично. Но мне патронов-то нет, господи, блядь. Ладно. Хоть контрольную точку мне дайте. Пробуйте как-нибудь открыть их вдвоем. Так, быстрее. Так. Эта птица летит, как. Отлично. Экзел визинит им. Так, так все. Делается. Господи! Какой-то они уже мне достали. Это сволота. Отдыхай, я сказал. Бесполезно вообще. Лично.
И патроны мне мои вернулись. О, ну спасибо вообще за такой расклад. Спасибо. Так, сейчас надо опасаться, потому что сейчас могут лучники нападать. И мы их сразу же мгновенненько так убиваем. Так, мы двигаемся быстренько, быренько. Ну и полез. Полез на рожон, как говорится, получаю. Так. Еще патроны что ли есть? А, ну значит есть. Если дают, значит есть. Так. Ой, еще патрон. Так, вот он первый рычаг, который нам нужно сейчас нажать. Так. Все, ворота открылись, мы можем проехать. Но это не так легко, потому что сейчас они вернутся. Да, вот этого я, кстати говоря, и боялся. Блять, он кинул эту гитарду. Ёпка. Так, Шева, давай быстрее, да? Спрыгивай. А мы уезжаем. Отлично, поехали. Не отстается, какая-то база. Ладно, он с концом, который он точит. Блять! Ну ладно, все. Помогай. Труба, я только прошел мимо, блядь. Не заметил бы, что какая-то труба. Падай, давай. Скоро все умрете, вы скоро все превратитесь в зомби. Да что ж ты будешь делать, если тварина? Я-то в порядке, да? А вот мое здоровье не очень. У нас еще одна херня. Еще одни ворота. Так, вы знаете, что делать? Мы-то знаем. Чуть-чуть косые какие-то сегодня пошли. Так, у нас еще одна зеленая трава. Это отлично, это очень замечательно. Мы ее используем. Пожалуйста, нажимайся. Отлично. Так, все, бежим дальше. Так, появляются какие-то ложки. Пиздец какой-то. Бежим. 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 Все хп сняли, обидно. Господи! Кто стреляет-то? Так, Вова, убили. Укрывайся, Шева, вместе со мной. Спасибо. А, она красную взяла, блядь, она красную. Что ж такое, ты будешь делать-то? Они мне уже под конец подзадолбали. Ай! Ай! Так, Шева, пускай он пройдет, короче, сюда, и мы его завалим с помощью этой бочки. Давай, иди сюда. Сюда иди. Все. Сейчас мы его завалим. Сейчас все будет у нас норм. Так, где эта фигня? Трава. Ну, что нельзя комбинировать? Давай мне сюда. Как забрать? Да, почему забрать-то нельзя? Ты иди отсюда.
Блять, ну и что ж ты лечишь? Там красная трава может было соединить и получить супер аптечку. Ты вообще иди нахрен, дрыч. Я про другое, да чего нам не дали использовать? Беги! А, не получается, ну ладно, нормально все. Сейчас мы их всех отсюда прям постреляем. Хорошенечко, как говорится. Перезаряжайся. Давайте, гад. Ну, сука, ну, блин! Где ты вообще есть? Я вас не вижу, чуваки. Ладно. Идем сюда. Так, что у нас тут? У нас тут патрончики и все остальное. Ну, в общем, пока у нас все идет отлично. Ни разу не умерли. О, зеленый рубин. Потом можно будет его продать. О, еще зеленая трава. Так, давай. На этот раз я сейчас тебе... Что мне тебе отдать-то? Дать. За мной должок. Так, комбинировать. Использовать. Видишь, как все просто. Видишь, как все просто и как все легко. Так, а где этот рычаг-то? Так и не пойму. Рычаг-то где? А, так он был. Че мы тупили? Что-то мы протупили, блядь. Не пойми что. Сейчас мы его активируем, они еще появятся, как вы думаете. Думали, так все просто будет. О! А, надо вдвоем. Точно, тут уже два рычага. Ну ладно, сейчас нам никто уже не помешает, потому что сейчас мы всех уже убили. Все. Все, так, давай, возвращаемся быренько обратно, пока на нас никто не напал. Никакой там идр. Идр Сидор там. Блять, они... Сколько их там? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Не пойму. Да не... Господи! Помогите! Ладно, ничего, все будет нормально, все будет нормально. Мы сможем, мы убежим от них. Мы убежим. Давай, Джо этот, как его там зовут? Джозеф? Не Джозеф, а этот. Нет, я с Визин путаю. Все, мы плываем. До свидули, дули, дули, как бы сказал Пашенди. Отлично. Да, блядь. Мы за силушку. Все, финал, блядь. Не знаю, что такое больной, но все будет нормально. Смотрим ролик. Продолжительный. А я пока время посмотрю. Окей, вот этого я не помню. В жопу, я ж тебя фонарем прям в глаз тыкал, алё! Ну это хорошо. Да выйди ты в жопу, сучка! Очень давно мы с вами не играли в какие-нибудь прикольные игры. What the fuck, motherfucker? Ну ты мудак. Я сам в ахуе. Так вот, в последнее время я просто влюбилась в игру Легенды Дракономании. Играть мы в нее будем на телефоне и... Тиш. Сейчас дрочило говорить будет, тихо. Вот шкура-то, а! Это ёпта моя, блядь. Пошла нахуй. Пизду, пойду поиграю. Да, мне пофигу! Да ты от природы ебанутая! А ты красивая. Блядь, пиздец, короче, его вот... Прямо как я. Говно тянет! А это ты. Эх, ядрёна вошь!
посмотри! Хули эта пизда выебывается! Тебе пизда. Ну такого говна я еще не видел. Не, не видел. Помог и переменный ток между ними. Вот так сюрприз. Это ведь и был главный приз. Джекпот. И задом наперед, без стрелки в поворот, тебя несет вперед. Как ты сорвал джекпот. И задом наперед, как под поворот, тебя несет вперед. Как ты сорвал джекпот. Джекпот.
белая самка, с ней черный самец, молодец. Вот телевизор, в нем в фильмах счастливый конец. Он светится окна, там пахнет горячим борщом. Он слесарь Борис, в нем 100 грамм влитых бодрым глотком. А завтра все снова. Падла такая, ладно. Ох ты ж ёбаный в рот! Бля, приступ, блядь! Кто в КС не рубит, тот в жопотрахан будет! Чё, ваши пиздюков было всего два, мы же читали про вас рассказ. Это всё из-за хульды. Хули ты смотришь, ебала залупатая? Завали свой ебатрах! А чтоб я ещё раз эту хуйту посмотрел! Блядь! Ой, там чувак в розовых перчатках есть, вы видите? Это ж ебатека какая-то! Фу, блядь! Ёбаный в рот! Ты пизда подаришь мне чё, не? Ой-ой-ой! Ты чего, блядь, молчишь? Потравил лалка! А-за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 ! Ага, вот в дерево ещё объебёшься. Ебать колотить! Отчина ебаная! Да ты пиздобол! Пока ты крепко ночью спал, мамку я твою ебал! Очень классно. Е-е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 -
ворота, долбите их ворота, ёпта! Бежит за мной! Такие вот дела прошли мы, да, я во время... не комментировал во время босса, во время схватки с боссом. Я вставил музыку, наверное, тебе она не понравилась, но я все равно ее вставил. Это же последняя часть, плохо что вставлять. Главное, чтобы не было нормально. Так все. В общем-то, на самом деле я проиграл 2 раза, но вы это видели все как 1 раз, потому что 2-й раз я, скорее всего, вырежу, чтобы не занимать времени. Потому что 2-й раз я проходил очень-очень долго. И с одним аэрозолем, с одним спреем мне было очень тяжело пройти этого босса. Но довольно-таки несложно пройти его, потому что есть везде эти установки, эти все пулеметы, гранатометы, и поэтому было немножко полегче. С моими боеприпасами я бы, скорее всего, не прошел. Так что спасибо разработчикам. Да, Ирвин, он же ботаник, он погиб, да... Куплинов и Карин Слимиша его завалили. То есть Крис и Шева его завалили, и теперь мы переходим в 3-й сезон, но начнется он, я не знаю когда, и вообще неизвестно, начнется ли. Потому что все зависит только от вас. Если вы хотите этого, то я запишу. Если вы не хотите, то я не буду записывать. Не знаю, в общем. Ну, надеюсь, нормально все прошел, весь сезон. Надеюсь, вам понравилась эта 7-я серия, или какая там она идет, я не знаю. И с вами был Кирилл Ржевский, на этом мы заканчиваем этот сезон. Да, он был довольно-таки напряженный, мы видели и Риджита, и Ботаника, и Джоша, и Ирвина, и наконец-то его убили. Ну что же, а по сюжету наши герои продвигаются в пещеры, так называемые пещеры, которым он сказал Ирвин, там они найдут ответы на все свои вопросы. И неизвестно, что подразумевал Ирвин под фразой «Если ты до них доживешь». Ну, вы слышали немножко другое, потому что была озвучка, да? Так, если вам понравилась, кстати, новая озвучка, которую я вставил, Ботаника и Иджита, и Куплинова, я все подготовил, так что, надеюсь, вам все это понравилось. Комментируйте, ставьте мысленно лайки, и удачи вам, и пока. Надеюсь, вам понравился этот сезон. Комментируйте полностью в целом весь сезон, и все. Всем пока. Надеюсь, что увидимся в 3-м сезоне. Я надеюсь. Но даже если и увидимся, то очень-очень не скоро. Во-первых, потому что, возможно, я вообще его не буду записывать.
Во-вторых, потому что у меня много учебы и много-много дел. Все. Всем пока.